Совсем недавно природа подарила человеку колоновидную яблоню. Колоновидные яблони практически не имеют боковых веток. Плоды созревают непосредственно на стволе дерева. Новейшие сорта вступают в плодоношение в год после посадки и сразу могут дать до 1,5 килограмма плодов. Последующий – более 10 килограммов с одного дерева. Высота 10-летнего растения не превышает 2,5 метров. Наиболее выдающиеся сорта – это сорт «Валюта». Плоды больше средних размеров – 120-140-граммовые, светло-малиновой аппетитной окраски. Обладают отличными вкусовыми качествами. Московское ожерелье – осенний сорт крупных 150-170-граммовых красивейших яблок темно-красного цвета с блестящей кожицей. Самый вкусный и красивый сорт колоновидной яблони на сегодняшний день. Президент – летний сорт. Отличные вкусовые качества дополняются высокой урожайностью. Садовая фирма «Виктория» проводит выставку-продажу новейших сортов колоновидных яблонь с 11 по 13 апреля в ДК «Железнодорожников», площадь Слосмана, 52.